Торжественный исторический для развития регионального судоходства момент. Табличку с выходными данными закрепляют на киле несамоходного дизельного земснаряда. Несамоходный дизельный земснаряд судно-технического флота, предназначенный для разработки и добычи песчаных и гравийных грунтов гидравлическим способом. Новая разработка гораздо лучше предшествующих. Этот земснаряд, в отличие от других, сможет опускаться на глубину до 30 метров, добывать песок, углублять дно, разрабатывать и копать траншеи для прокладки труб и кабелей. Мы можем добывать песок, соответственно, на нем же, на земснаряде, будет установлена фабрика, которая будет разделять песок или другие более крупные фракции и, соответственно, потом производить погрузку на баржи. Контракт на изготовление и поставку земснаряда был подписан 30 ноября 2022 года между судостроительным предприятием и государственной транспортной лизинговой компанией. Для строительства судна будет использоваться исключительно российское оборудование. Внимание уделят каждой детали. К примеру, чтобы земснаряд мог выкапывать твердые слои грунта, установят специальную фрезу. Там стоят современные двигатели, там стоят современные насосы мощные, там специальные добычные такие форсунки, да, которые работают. Поэтому это такой современный, технически насыщенный объект. Предполагаемый район эксплуатации судна – Волгокамский бассейн. Впрочем, как отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, география будущих работ может быть безграничной. К тому же судостроительное предприятие имеет портфель заказов до 2027 года и весомый опыт по внедрению новейших технологий в производственный процесс. Для Поволжья, для Самарской области судостроение и судоходство – это сама жизнь. Это основа основ, потому что и города исторически все строились вдоль Волги, и Волга всегда была кормильцей для нашей земли. И сегодня развитие судоходства, развитие судостроения и судоремонта – это вопрос наиважнейший, это вопрос завтрашнего дня. И то, что у нас здесь на предприятии активно продолжается работа, и мы закладываем уже с завидной регулярностью новые суда – это замечательно. Спустить судно на воду планируют уже осенью этого года. Буквально за 6 месяцев разработку модернизируют и оснастят всем необходимым оборудованием. Земснаряд сможет не только добывать песок и гравий, но и позволит поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.